Всем привет, дорогие друзья, это канал Сан Солнышко Плей. И сегодня мы продолжаем играть в Resident Evil 7 Biohazard. В прошлой серии Лукас похитил Зою, похитил нашу жену. И вот, и пригласил нас в какую-то вечеринку. У него там туса джуса намечается, можно вот подойти послушать. Там прям музон, короче. Ну да, музон что-то басы. Это вообще какая-то стрёмная музыка, я такую не люблю. Я больше, знаешь, люблю там... На баре синее, мы танцуем под минимум. Вот это вот, ЛДЖ, да, по-моему, поет. Вот, если бы там вот этот ручок был, я вообще прям запилилась бы быстренько к ним. Что он нам сказал сделать? Он говорит, иди сходи, куда? Зону обработки? Зона обработки, это, по-моему, подвал. Это, по-моему, подвал. Секционную он нам сказал туда, зону обработку. Найдите друг... Да, секционная это была. Почему, говорит, зона обработки? Короче, нам нужно в секционную. Вот. И все. Вспомнить бы только, где она находится. Не, ну точнее, я помню-то. Надо подвал найти. Сначала путь в подвал. Потом... По-моему, путь в подвал здесь. Вот. Так что сейчас пойдем в секционную. Поздороваемся там с нашим дорогим этим милиционером. Он там, ну, должен нам что-то передать. А тут было так темно? По-моему, тут не было так темно. По-моему, это мне что-то затемнили. Так, а секционная это у нас... Слушай, по-моему, это то, где мы с дедом дрались. По-моему, это то место. О! Добрый вечер. Вот вечно она где-то катается, блин, по дому. Я-то, знаешь, что подумала, а что если вот эта бабулька... Я, кстати, ее ударить не могу, видимо, у меня рука не поднимается на старую пожилую женщину в коляске. Но я бы не была так добра к ней, потому что прикол будет, если она главный босс. Можешь себе вот представить это? Вот просто прикинь, что бабка главный босс. А мы всю игру ее как бы... О, слушай, ты какой-то новый. Ну-ка, кыш. Так, нет, я дайте с пистолетом. Ну-ка, не кричи до меня. Какой-то неприятный. Какой-то другой, слушай, какой-то паучок. Так вот, а что если бабулька главный босс? Мы всю игру такие с ней, типа, сюсю-масю, там, бабуся, привет, моя дорогая. Ну, это, ты понял, да? Есть просто бабка. А есть бабка бабки. Вот это бабка бабки. Блин, как ее? Прабабкой будем ее называть. Стоп, что это такое? Так, ну, похоже, наступило крупное окоченение. Его суставы уже застыли. Какой-то тошнотворный сладковатый запах. Тело уже начало разлагаться. А почему он сам не озвучивает? Чё там? Да кажется, что ты настоящий мужик. Сунь руку в глотку. О, нет. Да не. Да ладно, Итан, чё, ты первый раз, что ли? Ну, давай, суем. О, блин, знаешь, на что похоже? Как будто у лошади прости, геморрой, дружище. И ты лезешь в анус вот в этот момент. О, блин. О, боже. О, зато ключ из змеи. Слушай, да я могу вообще, вообще... Маленькая штучка поможет тебе найти две карточки ключа. Пропуск на вечеринку, где мы тебя ждем. А я иду. Пропуск надо заслужить, Итан. Я уже лечу, я хочу на тусовку вот эту. Ползут они ко мне уже, ползут. Ну-ка, хватит ползти. Блин, я что-то косая какая-то стала. Подождите, пацаны. Пойдем по-другому, значит. Все? Смотри-ка, он еще живой. А теперь нет. Че я говорила? А, так вот, блин, я за такие ключи готова как бы во все дырки лезть, мне как бы это несложно. А чё? По-моему, очень взаимовыгодно. Ты лезешь в жопу, тебе дают ключ. А где, кстати? Слушай, а мы туда пошли? По-моему, здесь был со змеиной. Да, вон там дальше был со змеиной этой дверью ключ. Замок со змеей был дальше по коридору. А мы с тобой убежали уже фиг знает куда. Слушай, он что, босиком, что ли? А, нет, господи, я подумала, босиком. Откуда он? Что это он? Когда это он сапожки свои снял, не поняла. Ну, посмотрим, может, нам дед-то что-нибудь подкинул. Деда, кстати, нету. Дед меня напрягает. Дед, походу, уже отошел. Сейчас скоро мы с ним встретимся снова.
Вот это. Не знаю, что нам там Лукас приготовил, конечно. Я вообще люблю вот эти все тусовки. Вот тут все. А у меня нету, да? А, вон, G. Давай такие патроны туда. Мне просто жалко дробаш использовать на обычных мобов. Обычных вообще по-хорошему лучше ножом решетить. А я просто стесняюсь к ним подходить. Так, стоп, мы тут были. Стой, мы тут были. Это мы с самого начала пришли с тобой. Ладно, пойдем наверх тогда. Мы тут были, были, помню. Господи, вот он. Ууу! Фига я его с одного удара. Меткий стрелок. Профессионал. Так, давайте посмотрим, где у нас есть змеиные... Змеиные комнаты. Змеиные комнаты. Первый этаж. Zero. Второй этаж, смотри. Вон есть детская комната. Там какой-то ключ. Ну вот детская комната. Пойдем сходим в детскую. Получается, это нам вот это налево, туда. Все, окей. В принципе, вроде я поняла. Хорошо, что по дому здесь, ну, мало их бегает. Потому что... Господи, ну вот вспомнишь, говно. Вот и оно, только говорю. Хорошо, что по дому их не ходит. А они еще как ходят. Вон еще второй идет, смотри. А кто это такие? Ну это бывшие люди, что ли, получается? Блин, классные патроны, слушай, какие. А что, такие же вообще всегда? У меня 13 штук осталось. Бабки нет. Бабка пропала. А, вот, да, вот это место. Давай-ка. Это детская... Этого? Лукаса, что ли? Так, фамильное серебро. Это нужно брать. Итан, забери потом, потом продадим. Так, какой-то там апреля. Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Какая же вонь. А еще с потолка капает странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время, и я снова заменил приз пульт управления. Теперь он будет сиять даже ночью. Что это такое? Что за Оливер? Кто это? Кто это? Сломано. Сломано. Так, потрошь. Потрошь. Нужно все внимательно обыскивать, смотреть. Смотри, какой дневник смешной. Ой. Итан, блин. Че это такое? Короче, какой-то апрель. Это какой-то детский дневник. Мамочка повела меня в городскую больницу. Там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушек пазл из 259 кусочков. Этот дурак Оливер меня вечно дразнит. Ты чокнутый. Я обманул Оливера, пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет. Выпусти меня, Лукас. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призов конкурса изобретателей. Теперь его не найти. А, это, видимо, Лукас, короче... Это Лукас какой-то больной, значит, он был... Ну, по нему, в принципе, видно. Он, видимо... С детства не очень адекватный парень. Поощрительная премия. Чемпионат робототехников-любителей. Молодец какой, смотри, у него награды тут. Второе место. Третий конкурс юных инженеров. Короче, он у нас, видимо, Эйнштейн. Третье место. Второй конкурс юных инженеров. Молодец какой. Слушай, ну первое место он не забирал. Значит, он не такой... Блин, бесит меня прям этот крокодил. Значит, он не такой уж и гений, получается. Ну, такой. Вращать. Зачем? А чё вращать-то? Ну, смысл какой? Просто мяч в корзине. Вот просто напрочь. Чё за звуки тут? Как будто тут бабка ходит опять. Ой, ой, крокодил, дай позолота. Геныч. Так, вращать. У-у-у, это мучка. Так, вращать. Опа! Well, well, well. Что это тут у нас? Пойдем посмотрим. Ну там бабайка, наверное, какая-нибудь наверху, как обычно. Так. О, кассета, с днем рождения. В той-то. Так, договор на реконструкцию. Клиент Джейк Бейкер. Это дед. Тревор и Чемберлейн Констракшн. Установка двери с активацией по затенению в центральном зале. Так. Модель дробовика.
Вот оно что. Мне, короче, говорили, что я могу. Вот помнишь, мы же поставили с тобой туда сломанный дробовик, и у меня есть сломанный пистолет. Мне ребята говорили в комментах, что есть какой-то инструмент, по-моему, как раз у Лукаса, и что можно будет сделать этот. Можно будет починить. То есть это оружие, потому что оно сильнее моего основного. Вот, мы тогда смотри, мы сейчас с тобой тогда сбегаем, выкинем все, что у нас есть, поменяем дробаш, заберем вот этот дробаш, и потом его починим. Так, это дед, вот так вот. Стой. А, нет, вон вот так. Во. Во, шикарно вообще стоит. Нет? А, блин, вот. Такого в другую сторону. Вот так. Вот. Ну-ну, оно же. Все. Вот. Ну, картинка не очень милая. О, ключ, кстати. Вот, мы сейчас туда пойдем, сходим, заберем все. Вообще, блин, у меня ощущения на что нет. Картина под названием «Судилище». На ней изображена женщина, стоящая на коленях перед толпой. Действительно. За что ее судят, интересно? Но она, кстати, он в повязке, то есть она ничего не видит, хотя бы так. Так, нам нужно. Я думаю, как? Мы ничего не будем с тобой выкидывать, мы просто сейчас с тобой сбегаем. Мы же пока не взяли, у нас никаких скриптов-то не будет, скорее всего. Поэтому мы пошли, мы с тобой сбегаем, сходим, освободим инвентарь, заберем все. И вернемся. Крокодил, сиди здесь и следи за порядком, чтобы никто не сходил сюда. То сейчас украдут все мои эти ключи, карточки. Так, стоп, мне не сюда. И не сюда, я не туда иду. О, трава. Нам, по-моему, вот в эту сторону с тобой. Так, эй! Да, все, я помню. Так. Короче, поменяем дробовик. Но один ключ мы нашли. Интересно, где второй? Он, скорее всего, тоже в этом же доме. Посмотрим. По-моему, здесь еще какая-то дверь была. И оп! Оп! Ничего, говорит, не произойдет. Произойдет. Скрипты они такие. Блин, так-то у них вообще здоровый дом. Получается, вот это вот семейное, вот это вот гнездо для родителей, да? Вот это пацанская холостяцкая хата. Но у нас еще два ребенка остается. Я так понимаю, Зои, да? И эта девчонка Эвелина, которую мы везде видим, там на картинках, на фотках, вроде как. Но мы же ее видели, она от нас убегала. Вот, тут, кстати, Вороний, наверное, не нужен нам ключ. Отмычку я оставлю. Вот это все мы выкинем. Кассету выкинем. Гранатомет он мне нужен сейчас. Давай пока уберем. Но, скорее всего, он мне нужен будет. Скорее всего, он мне нужен будет. Процентов 100. Так, ладно. Давай вот сюда, вот, да. Так неудобно, если честно, будет перекладываться. Вот. Я думаю, нам хватит. Сейчас тобой быстренько сохранимся на тоже наш тре... на ту же троечку. Вот, пойдем бегаем, все заберем. Там, мне кажется, мобов-то у нас не будет уже. Конечно, забавная семейка. Но мне все-таки интересно, как они, ну, как они вообще превратились, что с ними произошло. То есть у них была нормальная семья. Там, кстати, у меня есть DLC-шки, и там, по-моему, как раз-таки рассказывается их история, как они до этой жизни собачьей дошли. Вот, мы их с вами обязательно пройдем. Мне очень интересно посмотреть, поиграть. Так, идем сюда. Меня, знаешь, что беспокоит? Меня беспокоит гранатомет. Зачем мне гранатомет? Ну, зачем? Так, а здесь, смотри, есть еще игрушечный топор. То есть я могу еще и топорик где-то взять, получается. Это было бы круто. Топор покруче, чем нож. Было бы гораздо интересней. В общем, есть у меня подозрение, что если есть гранатомет, то значит будет какая-то. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет, наверх, очень вижу. А я слышала, что что-то этот скрипит что-то там. А я не видела где. Так вот, если у нас есть гранатомет, значит нас ждет что-то очень большое и страшное, скорее всего.
Чего очень бы не хотел. А вон у нас, кстати, еще змеиная комната. Ну-ка, давай посмотрим, что тут. А, нет, нет, не отмычка. Вот. Угу. О! О! Она, как всегда, здесь. Ты как катаешься, а, бабуля, блин? Телепортируется 100%. Я не знаю, как она это делает. Я знаю, что ты главный босс. Ух ты, это кто такой? Апрель. Джек выступил в морскую пехоту. Ну, Джек это этот, это ее сын. Значит, сын, значит, это она свекровь для Маргаритки, да? Получается, это мать деда. Какие у меня интересные картинки. Такие милые вообще, бабуль, ты вообще такая удивительная у меня. Прям вообще. Стой. Так, ты не... Она, интересно, не против, что я так вот хожу, не что-то шарахаюсь, тут что-то открываю, блин, в вещах ее личных лазю. Вообще пофиг. Так, в то же время, что и на остальных часах. Ага. Окей, загадка. Давай сначала сюда сходим еще. Бабуля там растекается. А что-то у них одинаковая картина. Они, походу, подделками занимаются какими-то. Я на них настучу. Что тут у вас есть? Трава. Бабуля, а что? У тебя еще ничего нормального нет? Патронов там. Ценная фотография. А что, кстати, дают эти ценные фотографии? Мне надо хоть на них посмотреть. О! Бабуля! Чертеж какого-то оружия. Вау! А, так это... Это гранатомет мы уже забрали его с тобой. Мы его уже с тобой забирали. Да. Бабулечка! Бабулечка, ты мне пистолетик подала. Не пистолетик, я рюкзачок подогнала. У нас, смотри, какой большой рюкзак теперь. Ой. Так, ладно. Ну все, бабуль. Так, часы, время. Я знаю только одни часы в этом доме. По крайней мере, это те, которые я помню, которые я видела. Это самая первая локация, где мы были, где мы за столом с тобой сидели. Там в соседней комнате были часы. Вот так что... О! А я не видела его. А что вообще пишут? Shoot me. А, ну просто. Просто вот так. Так, это было тут. Пойдем. Я, по-моему, читала, что вот этих вот балбаланчиков, по-моему, штук 10, что ли, здесь. Ой, штук 20. Я пока мало разбила вообще. Ой, тут кто-то... Ага, идет. Ты не торопись. Сюда. Блин, мне так нравится дробовик. Это вообще удивительное, невероятно прекрасное оружие. Бам, и все. Так, сколько? 10-15. Пойдем. Надо запомнить. 10-15. А что это они тут вычеркивали? Подожди, они 14 февраля вычеркнули, что ли? Или это какой месяц? Ну, это непонятно. Так, 10-15. Все, запомню. Идем же сюда. Вот только интересно, они вот зачем все эти механизмы строили? Ну, специально... А, мы, кстати, вот это с тобой не сделали. Самая главная вещь в этой жизни — это оружие. Модель дробовика. Yes. Все, у нас теперь два мощных дробаша. Единственное, мне не нравится, что они не пишут характеристики оружия. То есть, ну, вот дали мне вот это, ну, дробаш, а чего в нем хорошего? Так, давай. У-у-у! 10 часов мотать. Стоп. Всё. О! Так. Бабуля! Стой, подожди, это чья спальня? Если это бабкина, то смотри, какая она у вас шалунья. Это она, короче, специально построила себе подгреб, чтобы сбегать с каким-то молодым, красивым, не знаю, моряков любит, с моряком. И чтобы ее родные ее не спалили. Вот какая бабуська, а? Какая молодец. Это ж надо... Она меня не выпустит больше, слышу. Такая прошаренная. Вот зачем они строили такой дом? Мне интересно, они строили вот этот такой дом, такие ходы до того, как они стали противными слизнячками или после? О, боже! О, второй ключ. Слушай, мы оба ключа нашли с тобой.
Мы с тобой все, мы теперь можем на тусовку идти. Мы теперь можем тусоваться. Так, а нам выйти она назад не даст. Стоп, мне показалось, или там рука была? Показалось. Вы отперли. А, мы здесь... Так, мы опять в этом же подвале, понял? Так, а куда нам на выход? По-моему, с этой стороны. Да, мы, помнишь, здесь ходили с тобой кругалями, и на меня как раз вышел. О, все, слушай, идут. 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 Ё-моё. Да... Все. Ой, блин, еще. Идемте. Но они очень похожи на тех, которые в восьмой части. Все, лежать. Сосать. Все. Чао, какао. Что-то какой-то подвал стал более темный, если честно. Не был таким. Не был таким темным. Там как будто еще кто-то остался, да? Я не всех убил. Ладно, опа. Может, дойдет до меня до какого. О! Звонок. Эй, друг! Не забудь, эти две карточки пропуска на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Дай мне услышать Мию. Нет, 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 ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь выйти со двора. И давай быстрее, чувак. Все только тебя и ждут. Я бегу со всех ног. Быстрее, Итан, я хочу потусить. Там будут коктейли, закуски. Приятные люди, приятные монстры. Стоп. Ой, знаешь, на кого похож на Векну? А, только который, ой, не на Векну, а который, помнишь, из Точечных дел, который здоровый был. Вот на него похож, только ног мало. Блин, еще один. Что я тут собрались-то, блин? Да я, ой, прыгает еще. Неожиданно было. Тут неожиданно и приятно. Я все патроны потратила. Так, давай смотри. Мы пока сломаны... Сломанный дробовик. Мы пока откладываем, потому что нам чинить нечем. Игрушечный топор? Почему-то подозреваю, что мне надо его пока оставить. Потому что, возможно, существует такая вероятность, что мне очень понадобится. Так, мы с тобой с травой можем вот, сделать сильное лекарство. Что я еще хочу? А вот этот разделитель, что можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид? Тогда их можно будет использовать отдельно. А вот к чему? А, я могу вот на... Давай я делю эпоксид отсюда, вот. А теперь с этим эпоксидом я... Что могу сделать? Могу сделать потрошки. А, стоп, нет, я опять могу сделать траву. Что я сделал? Короче, ладно, забейте. Так, фотография, подожди. Тут спрятано кое-что интересное. Найди, если сможешь. Подожди. А давай все посмотрим фотки. Мне просто интересно. Ценная фотография. Мы что-то из этого находили вообще с тобой? Блин, я просто думала, это как доказательства какие-то мы находим. Давай посмотрим. Что можно с ними делать? Что можно найти? Так, что я хочу взять с собой? Я думаю, нам нужен будет гранатомет. Не знаю почему. Я думаю, нам нужен... Вот, боеприпас для гранатомета у нас сразу с тобой есть. Ключ-карта. Ключ-карта. Все. Сильная аптечка. Да, я потому что три потратила целых. 100% нужны. Итак, вот кассетка с днем рождения. Все, давайте посмотрим, что там интересненького. Угу. Так. Ну, с днем рождения. Эксперимент. А может ли... Могут ли идиот собрать пазл? Друг мой, редкость везучий сукин сын. Знаешь, я тебе реально завидую. Что? Не веришь мне? Блин, я жертва. Эту радость, я ее не подделаешь. Ну, в чем выглядит очень радостно? Неделю упорного труда. И вот, наконец-то, мой шедевр. Все ради тебя. Да ладно тебе. Я же старался. Будет весело. Обещаю. Мне вряд ли будет весело. Вот тебе да. Так, ну все, сейчас, видимо, мы посмотрим, на что способен гениальный ум Лукаса, да, что он там нам придумал, такого интересного. Ой, добрый вечер. Смотри, какой красавчик. Вообще просто красавчик. Так, подожди.
У него какая-то фигня в животе. И пальчика не хватает. Не хватает пальца ему. Надо ему сделать пальчик. Что-нибудь такое? Туалет? Не, мы туда пойдем. Зачем нам туда идти? А что надо делать-то, вообще не понимаю. Ой. Так, happy fucking birthday. Только бы выбраться из этой комнаты живым и не умереть страшной, мучительной смертью. Я знаю, ага. Так себе название. Возьми свечку, зажги ее и вставь торт. Ты улыбайся побольше, вечеринка-то для тебя. Что-то такая себе вечеринка. Да, понял. О, заводной ключ. Так, за... А это нормально вот это? Так они прекращаются. Подожди. Ну так это же не ок. Это же наверняка что-то огнеопасное. Ну, я, походу, понимаю, что он хочет сделать. Так, смотрим. Шифр. Шифр из каких-то людей. Смотри, здесь у нас идет вода. Ага, здесь вот кран. Нам нужно воду отключить, иначе мы с тобой свечку не можем протащить. Свечку. Нам нужна зажигалка или что-то вот... Ага. Да, свечу. Все, супер. Так. А, вот, смотри, подсветилось. Короче, нужен палец и... Ну-ка, давай подсветим. Ага. Ты какой сладкий. Так, он что-то пишет, смотри. Он что-то хочет написать. Какой милах. Так, нам нужен пальчик ему достать откуда-то. Блин, я догадываюсь, откуда. Что это такое? А, пиздец, отвратительно! Да нормально, давай. А, кошмар какой-то! Что это такое? Так, грязная подзорная труба. Так, здесь вода. Вода не течет. Так, выбрать подзорную трубу. И чё? И чё это такое? Так она грязная. А, слушай. Стой. Профессионал. Так, давайте посмотрим. И что в нее смотреть? Что там? Ага. Так, еще раз, какие там были значки? Девочка, птичка и младенец. Пойдем попробуем. Девочка, птичка и младенец. Смотри, оно как растеклось. Ты посмотри, как растеклось. Девочка. Если это девочка, я не знаю, просто мне так кажется. Птица и младенец. Вот. Во. Соломенная кукла. Подождите, а что с ней делать? Это что такое? Так, стой, тут газ. Бензин. Бензин вытекает. Мы еще с тобой сюда не ходили. Так, это, видимо, надо сжечь. Так, давай. Блин, а мне нравятся такие квестики. Очень прикольно. Не знаю, мне кажется, этому чуваку тоже, наверное, весело. Так, давай. Не, а что ходишь? Тут какие-то конкурсы. Что-то надо там достать там. Это помнишь, как раньше в детстве? Я, например, так делала. Шарики. Короче, на дни рождения брали шкаф, ну, какой-нибудь там, открывали шкаф, и там на веревочках висели какие-то там призы, там, не знаю, ручка, там, жвачка, может быть, еще что-то. И каждый подходил и закрытыми глазами срезал какую-то веревочку. И вот что-то срезал, то тебе как бы и выпало. Вот. Без пароля открыть будет сложно. Вот, короче, так прикольно было. Это вот раньше делали на всяких там днях рождения детских, вот на таких вот мероприятиях. Так, хер. Этот как раз-таки винтель.
Это кто у них там? Слушай, так это вот их чокнутая семейка. Вон бабка, но она улыбается хотя бы. Не как сейчас, такая... Это вот, наверное, батя. Это я не знаю кто. Детки и вот этот клоун. То есть у них это норм было, да, в семье? Такие вот игрушки там держать, все такое. Тогда посмотрю, что есть. Вместе соломенная кукла. На куклу на ощупь жесткая. Ты. В смысле ты? В смысле ты? И что с ней делать, соломенная кукла? Непонятно. А что мне еще здесь можно сделать? Это не делается, то не делается. Может, сюда ее вставить? Не подходит, говорит. В смысле, подходит? Свечку тебе вставить? Не подходит. Здесь соломенная кукла. Ну, мочить вряд ли. Можно, кстати, попробовать ее сжечь. О! Ты. Ну... Намек сразу понял. Ты типа сгоришь. А там палец, все. Ты типа сгоришь. Но чел еще не догадался, да? Все, пальчик. Все, его завести надо теперь. А, стой, ему надо что-то. Ему надо что-то вставить. Похоже, она может что-то держать. Ручка, наверное, должна быть какая-то. Только. Тут, по-моему, ничего такого не лежало. Тут тортик. А я могу уже свечку вставить? А, свеча не горит, да, ее нужно горящую сразу сюда привезти. Это все растекается для меня. Все нормально. Стандартно. Обычно. Блин, а, вот тут еще что-то нужно сделать. Газ. Что с газюшкой сделать? И. А, стой, тут. Так, воздушный шарик. Фига себе, а как его надо было найти? Просто случайно? Или надо было разбить все шарики? Блин. У-у-у. Так, это нам, наверное, пригодится, гвоздик. О! Слушай, перо. А чё оно такое толстое? Так же нельзя доставать вообще корющие эти штуки. Ну чё, дурак, что ли? Он сейчас истечёт кровь. Ну ладно, так-то он сейчас горит все равно, поэтому... Ну ладно, давай заведем. Ой! Что за хуйня? Ты что делаешь? А-а-а! Он сейчас на мне будет писать, смотри. Лузер. А что ты обзываешься? Ты сразу взглянуть, говорит. Да я посмотрю-ка, я, ну, лузер, я как бы сразу увидел, что я лузер. Тогда подожжем. Пусть подожженная будет на всякий случай. Может, пораньше сгорим с тобой. Блин, ну и жесть. Да это пароль. Энто, пароль. Так, давай. А, я думал, он сам выберет. Там, как там пишется-то? Лозер. Ло. Зер. Так. Ага, все, open. Господи, о, они... Ну-ка. Прикольно так. Так, мне нужно вот это. Ой, у меня, смотри-ка, волосики длинненькие, да? А, и я еще в кепке, походу. У меня кепка и длинные такие вьющиеся волосы кудрявые. Симпатичный, наверное, парень-то был. Так, давай, мы сейчас открутим... А, мы сейчас все равно выльемся, смотри. Мы открутим с тобой воду. Угу. Все. Сейчас мы пронесем свечку и сгорим на этом пятне, как бы это очевидно. Здесь без вариантов. Совершенно. Ладно. А тортик вкусненько выглядит, да? Ой! А, там бомба была, нифига себе, прикол. Ну! А дверь закрылась, наверняка, сзади. Да, чё, ты хочешь бегать? А, стой, тут можно покрутить. Крути!
Да, блин, все, воды-то мы не дадим. А возможность, вероятность была. Давай здесь поспим тогда. Нет, ты как бы не вылетишь. Не выбежишь. Бам. Вот и сгорел. На работе. С днем рождения! Ну, хоть кто-то счастлив у нас, хоть кто-то рад. Блин, ну прикольно он придумал. Но это, как бы, понимаешь, намек на то, что нас ждет в следующей комнате. Там, когда мы пойдем с тобой к Лукасу. Так. Блин, ну нормальная семья. Ну, дед вообще стрёмный был с самого начала. Это, получается, Лукас. Это, наверное, Зои, что ли? Но это же, ну, не похоже его просто. Ему же не спастись. Да, конечно. Но зачем вот они все это замутили, вообще непонятно. Поэтому с тобой уже читали все. Здесь вон какая-то фигня. Ну что ж, я предлагаю на этом моменте закончить. В следующей серии пойдем стучаться на вечеринку к Лукасу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока.